Сейчас немножечко лучше, да, вот за пару дней как-то он так более-менее пришел. Когда будет транспортабельно, чтобы перевезти туда сумку? Вы, наверное, думаете только об этом, как восстановиться, быстрее поправить здоровье. Так точно. Да, и стать. Прошли всех тут наших бойцов и в Ростове, в госпитале, и у ребят в части побывали. Они вам передают. Уже другие регионы Российской Федерации. В принципе, помощь оказана полным объемом. Вот и уже сделан предварительный.